внимание. Я приветствую вас на нашей Солгонской земле. Сегодня мы проводим для решения принято провести партийную конференцию в преддверии выборов в сентябре месяце муниципальные органы власти. В данном случае рассматривается вопрос о выдвижении кандидатов городские советы города Назарово, города Минусинска. Вот сегодня наша задача провести это мероприятие, значит, определить цели, задачи, выдвинуть кандидатов, ну и поговорить об общих тенденциях, которые сегодня складываются на нашей территории, вокруг нас. Ну и, в общем-то, поговорим о реальности, которая все-таки сегодня диктует необходимость нашего участия в политической жизни края. Для ведения собрания решением совета, значит, предлагается кандидатура Казачкова Александра Петровича. Спасибо за доверие. Скоро штаб будет. Уважаемые делегаты, партийная организация партии Возрождения села насчитывает 655 человек. Совет определит представительство нормы. Один делегат от 10 членов партии. Итого, значит, 65 делегатов были определены. Прибыло и зарегистрировано 48 делегатов. 48. Мы полномочны проводить, если 50 плюс 1, то есть мы полномочны проводить при 33 делегатах. То есть кворум есть. Значит, мы можем начать работу конференции. Кто за то, чтобы начать работу конференции, прошу голосовать. Да. Да. Список кандидатов в депутаты Назаровского городского совета депутатов 5-го созыва Красноярского края. Первый по списку. Веселов Виктор Валентинович. Дата рождения 27.09.59. Место проживания. Красноярский край, Назаровский район, деревня Верхняя Чулинка. Улица Челымская, дом 30, а место работы – Росбанк, управляющий дополнительным офисом Назаровский сибирский филиал. Секретарь партийной организации, он здесь, выделяется при списке. Это будет вопрос, он может не ответить. Второй по списку – Огородников Сергей Владимирович, дата рождения 07.03.60, место проживания – Красноярский край, город Назаров, улица Новокомсомольская, дом 5, квартира 8, место работы – АО «Назаровская ГРС», ведущий инженер. Третий. Куликов Борис Иванович. Дата рождения 11.11.61. Место проживания Красноярский край. Город Назарово, свой микрорайон, дом 18, квартира 55. Место работы. Медицинский центр «Русал», филиал «Власинский врач», эндоскопии. Сидрёв Сергей Васильевич. Дата рождения 21.10.65. Место проживания Красноярский край, город Назарово, улица Кузнечная, дом 2, квартира 8. Место работы ООО «Назаровский Краснодар», заместитель генерального директора. Ну вот люди так все садятся, по крайней мере, по работе. Руденко Наталья Владимировна, дата рождения 31.07.63, проживающий в Красноярский край, город Назарово, улица 37, дом 70, квартира 20. Место работы ООО «Назаровский Крест», начальник химического цеха. Качалова Светлана Геннадьевна, дата рождения 8.08.76, место проживания. Красноярский край, город Назарово, улица Арбузова, дом 106, квартира 61, место работы. ООО «Птицефабрика Преображенская», главный бухгалтер. Дорошенко Елена Владимировна, дата рождения 15.04.76, место проживания. Красноярский край, город Назарово, улица Арбузова, дом 89, квартира 23. Место ООО, работа ООО «Согаз», начальник территориального отдела города Назарово. Толстых Наталья Сергеевна, дата рождения 18.09.88, место проживания, Красноярский край, город Назарово, улица Новокомсомольская, дом 3, квартира 18, временно не работает. Фалалеев Виталий Анатольевич, дата рождения 29.07.62, место проживания, город Красноярский край, город Назарово, улица Карла Маркса, дом 44, квартира 41, пенсионер. 10. Кузнецова Татьяна Викторовна, дата рождения 01.01.88. Место проживания, Красноярский край, город Назарово, улица Новокомсомольская, дом 15, квартира 8. Место работы, детский сад «Солнышко», воспитатель. Итого, здесь всех по списку. Представление я вам
закончил. Вопросы какие-то будут? У нас Веселов Игорь Валентинович здесь. Если вопросы есть, пожалуйста, сидит, ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы данную кандидатуру внести в список для тайного голосования, прошу голосовать. Против? Воздержался? Вносится. Уполномоченный по городу Назарово. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Лукьяненко Галина Семеновна. Дата рождения 03.03.66. Место жительства Красноярский край, город Назарово. Улица Братская, дом 55, место работы. ООО «Назаровское рыбное хозяйство», главный бухгалтер. Второй. Уполномоченный представитель. Белоногова Мария Сергеевна. Дата рождения 24.11.19 года. Место жительства Красноярский край, город Назарово. Улица Новокомсомольская, дом 5, квартира 8. Место работы ООО «Линия любви», ювелирный салон, менеджер. Кто за данных уполномоченных, чтобы внести в список для тайного голосования, прошу голосовать.